Молодые учителя, которые после окончания вуза решат устроиться в образовательные учреждения в селах, получат материальную помощь. Причем отработать в школе или в детском саду получателю гранта нужно не меньше 3 лет. Югорским педагогам, которые переедут из города в село, начисляют специальную оплату к окладам. Также им компенсируют часть суммы на аренду жилья и коммунальные услуги. Теперь молодые специалисты смогут за счет государства обустроить свои квартиры. Например, купить нужную мебель. Заявку на получение гранта нужно подать до 30 октября. Сегодня от новоявленных учителей поступило 30 обращений. Размер гранта будет зависеть от числа поданных заявлений и доведенного лимита годового финансирования. Предельный размер гранта, тем не менее, составит 200 тысяч рублей. С учетом того, что на 2014 год лимит финансирования составит 6 миллионов рублей, а заявки только начинают приниматься, рекомендую всем молодым специалистам обратить пристальное внимание на эту открывающуюся возможность. Мы ожидаем, что у нас ежегодно будет не менее чем 30-40 человек молодых специалистов пребывать в сельские образовательные организации. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.